По самое колено сегодня по улице Промышленности можно спокойно спускать бумажные кораблики. Правда, повод не самый приятный. Это вам не весенняя оттепель. А самый настоящий порыв. Совсем недоброе утро ждало сегодня жителей этого микрорайона. Сразу несколько улиц, Карьерная, Семафорная, Промышленности и внутренний проезд буквально залило водой. Мы сегодня утром встали, сын на работу в 6 часов встал, собрался идти. И лужа. И у нас аж во двор забежала. Сейчас вот откачивают воду. Болев приехал. Информация об утечке в районе улиц Промышленности и Семафорной в диспетчерскую поступила рано утром, сообщили в информационной службе оператор водоснабжения. На место сразу была направлена аварийная бригада. Было установлено, что произошел откат на бесхозной водопроводной линии диаметром 300 миллиметров по адресу Луганская, 64. Устранять будут наши специалисты. Условия работы очень сложные. Дополнительно на место прибыла техника для откачки воды с проезжей части. На месте находится техника подрядной организации по уборке наледи. В 9 часов утра коммунальщики экстренно произвели отключение аварийного участка. Временно, пока ведутся работы, без водоснабжения остаются дома частного сектора. Устранить аварию рабочие планируют в кратчайшие сроки. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.